бет, качай скорее. За на счет 500 рублей дарим мы 500 рублей на первый твой фрибет, на твой фрибет 500 рублей на Олимбет. 500 рублей на Олимбет. Народный букмекер. Ну, итоги матча мы проиграли, и так нельзя. Нельзя так действовать на поле, нельзя ошибаться. Потому что игру контролировали и забили гол рабочий. И в целом был контроль игры. Здесь очень важно сохранять хладнокровие и не терять концентрацию. Да? То есть здесь очень важно не ошибиться. Когда там соперник создает, мы своими действиями создали вот эти голы пропущенные, то есть это непозволительно. Команда, которая чего-то хочет в этой жизни, которая стремится побеждать и выигрывать, ну, она не может так ошибаться. Ну, не может соперник создать три, я образно сейчас говорю, потому что это все эмоции, и нужно посмотреть матч, да, но три таких момента, которые именно возле нашей штрафной площади, и из них два мяча. Но такого не может быть в нашем понимании, и надо признать, что сегодня это было плохо. Поэтому мы проиграли, но и не забили, и не выиграли эту игру. Факел провел совершенно два разных тайма. В первом тайме, то есть вы владели ощутимым преимуществом, во втором, что не так случилось, что случилось в вашей команде? Да ничего не случилось, мы, собственно, все так же действовали, только единственное, что мы уснули вот именно в фазе перехода, да, от атаки к обороне. Из-за этого получилось раз, одна ошибка, а потом мы начали догоняем, прострел, гол, да, то есть все, гол должен был разбудить, и мы опять начали активно, и опять с этого же фланга опять такая же вещь, и нам опять забивают гол. Ну, то есть это вопрос в концентрации, в собранности, это вопрос вот в этих мелочах, когда тебе все удается, должен прибавлять, когда что-то не выходит, ты должен прибавлять вдвойне. И конечно, уже когда после второго мяча, то есть там доставки мяча, контроли, мы рисковали какими-то моментами, да, но уже было сложно вскрывать оборону, и так оно так часто бывает. Команда, которая забивает голы, и они садятся всей командой обороняться, да, и всегда это сложно для любой команды. Но у нас не получилось, в общем, вытащить эту игру, и, к сожалению, мы проиграли. Так уж получилось, что оба матча в Татарстане сложились для вас неудачно. Есть какие-то сходства между двумя матчами, вот, с Нефтехимиками и нашими членами? Ну, к сожалению, наверное, это какая-то раз-два матча. Я не скажу, что это закономерность, но это неприятный повод для нас, потому что вот один матч мы проиграли, да, второй матч. Мы все должны понимать, то есть вот мы проиграли один раз, да, и мы должны двигаться дальше, и когда мы летим сюда, мы должны понимать о том, что мы не просто так летим. Мы не хотим прокатиться в самолете. Не хотим поселиться в гостинице. Мы приезжаем играть в футбол. Приезжаем играть в футбол и выигрывать. Только так должно быть. Но, к сожалению, пока Татарстан не может нас порадовать, но радует себя.